Минометчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отборочному этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня» армейских международных игр. Они отбирают лучших специалистов в ходе тренировок, которые проходят на военном полигоне возле села Авакурти в Кандалакшском районе Мурманской области. Тяжелые армейские «Уралы», как сухопутные черепахи, неспешно, но уверенно ползут по заснеженному сказочному лесу. Под колесами грузовиков потрескивает белоснежный покров. Внутри машин спрятаны сани. Но не подумайте, военные не собираются кататься с горок. Так называется 120-миллиметровый минометный комплекс. Миномет бережно устанавливают на позицию, ну а дальше начинается магия. Стреляют артиллеристы по очереди несколькими видами снарядов. Смотреть на работу отряда – одно удовольствие. Мину зарядить! Все. Готово! Готово к рейде! Ориентир номер 2. Право 0,60. Меньше 5. Уничтожить! Миномет! Так минометчики готовятся к армейским международным играм. Задача – поразить цель на расстоянии от километра до полутора. Попыток немного, корректировать огонь приходится по старинке, без электронных помощников и нанотехнологий. Мину поднести! Мину зарядить! Конечно, условия вокруг сильно отличаются от тех, что будут на соревнованиях. Арктика только выглядит волшебно. На полигоне в Авакурти немного за минус 25. Несмотря на низкие температуры, кстати, сейчас минус 28, проводим тренировку в рамках подготовки к всеармейским играм «Мастер артиллерийского огня» в достаточно сложных арктических условиях, далеко не таких, как в средней полосе. Орудия также бережно грузят в кузов. От их состояния зависит в том числе результат соревнований. Поэтому водители отправляются в обратный путь неспешно, малым ходом.